Мальчик с богатой фантазией мечтал увидеть весь мир. Однажды в небе он увидел орла. Мальчик и шел за ним, увидел гнездо. В гнезде он увидел двух птенцов и одного взял к себе. И так у мальчика появился новый друг. Мальчик кормил его, ухаживал. Орел вырос и стал большим. Однажды охотники ранили птицу, крылья были в крови, день и ночь мальчик был рядом. Настал день, и орел опять смог летать. Мальчик наслаждался тем, что его друг мог летать. Да, это его мечта, и он не мог осуществить ее. Его сердце билось чаще, когда его близкому другу удалось летать по небу. Давайте же получить радость от успеха других людей, друзей и близких.